день. Для того, чтобы лучше понимать, что именно нужно растению в ту или иную фазу развития, мы запускаем проект «Агрономия в цифрах». За вегетационный период развития озимой пшеницы с помощью коротких видеороликов, приуроченных к основным фазам развития культуры, мы постараемся в максимальной степени отразить оптимальные параметры для развития растений и его потребности в цифрах. На данный момент основная часть посевов озимой пшеницы на юге России находится в фазе от набухания и прорастания семян до фазы всходов. Оптимальными параметрами для набухания и прорастания зерна являются температура 14-16 градусов Цельсия, а содержание влаги в зерне должно быть на уровне 42-45% от массы зерновки. До появления первого развернутого листа над поверхностью почвы проросток продолжает питаться запасными веществами семени, используя лишь почвенную влагу. Поэтому выполненность семян и их пассивные качества в наибольшей степени влияют на показатель схожести. Фазу всходов оптимальной температурой считается 13-18 градусов Цельсия и содержание влаги не менее 30 мм в пахотном слое почвы. При прорастании проростка на 1 см роста требуется 10 градусов Цельсия, а корни в этот период растут со скоростью примерно 1 см в сутки. Наша основная задача в этот период – получить необходимое для планируемой урожайности количество растений на единицу площади. Факторов, влияющих на урожайность, в этот период много, но основными для нас обычно являются дефицит влаги, снижающий урожайность от 12 до 37%, и слишком высокие температуры. Понятно, что повлиять на погодные условия мы никак не можем. Все, что нам остается, это с помощью выполненных семян, обработки почвы, качественного сева, сбалансированных фосфорно-калийных удобрений создать максимально хорошие условия для получения равномерных и дружных всходов. Одним из элементов, на который мы можем повлиять с осени, является защита семян. Ведь важно выбрать протравитель с максимально широким спектром защитного действия и без ретардантного эффекта на проросток даже в засушливых погодных условиях. В следующем видеоролике мы с вами рассмотрим фазу осеннего кущения. Желаем вам на ваших полях получить равномерные и дружные всходы, и до скорых встреч!